Всем здравствуйте. Слухи о разладе в паре ходили давно. Спешное бегство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой вместе с мужем Максимом за рубеж привело к тому, что внимание публики к опальной чете резко подскочило. Бесконечная критика, потеря серьезной доли доходов, неприкрытая ненависть со стороны бывших фанатов – все это, как говорят, сильно сказалось на супругах. Теперь же и вовсе объявлено о разводе Пугачевой и Галкина. Такой прогноз дала известный российский таролог Ада Мартиросян. Научившаяся заглядывать в будущее, эксперт уверена, что уже в самое ближайшее время артисты могут расторгнуть брак. Таролог подчеркнула, что проблемы в отношениях знаменитостей начались из-за юмориста. Теперь, вероятно, Алле Борисовне и Максиму придется развестись. Карта показывает его в клетке, а она за это очень переживает, поведала таролог. Впрочем, Мартиросян подчеркнула, что расторжение брака будет носить сугубо юридический характер. Дело в том, что из-за статуса иностранного агента Максим стал неудобен во многих вопросах. Более того, он потерял большую часть аудитории, ограничен в ведении дел и вынужден перебиваться сравнительно небольшими гонорарами. Таролог не исключает, что шоумен попробует провернуть операцию «Лжеразвод», чтобы повысить свою популярность. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.